Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня мы с вами будем все вместе пробовать. Такая у нас, смотрите, из перекрестка есть спаржа. Вот она у нас. Ну-ка. Какая? Спаржа пересоленная. Какой-то имеется запах. Не запах, а вкус. Не знаю, какой-то странный. Не знаю, бывает спаржа очень-очень прям вкусная, обалденная. Я много перепробовала. Какая-то мне не понравилась. Какой-то аромат странный и пересоленная. Вкусная она. Не знаю, это у нас был перекресток в Айсберге, если кто из Самары живет. Вот. Ну, слава богу, это Женькина, не мое. Сейчас мы с вами еще попробуем салат фрунчоза. Такой вот салат. Смотрим. Так она выглядит. Очаровательно, красиво. Пахнет обалденно. Пахнет прям каким-то вот новогодним салатом. Ну вот она, наверное, сама фрунчоза, вермишелька. Огурчики здесь, смотрите, какие. Я сначала подумала, что это зеленые креветки. Думаю, интересно. Вот они. Перчик здесь болгарский. Морковка. Так, перчик, морковка, зелень. Так, огурец. Ну все, да? Все. Должно быть вкусно. Пробуем. Очень много уксуса, очень много, но салат вкусный, ароматный такой, вкусный, и чувствуется и огурчик, и болгарский перчик, и морковка, и фрунчоза, и зелень, и даже его аромат прям очень обалденно вкусный, прям салат классный, мне очень понравился, но вот уксуса прям очень много, зачем его добавлять, непонятно. Можно было, в принципе, мне кажется, без него, чтобы, видимо, не портиться, наверное. Надо будет приготовить дома самим. Так. Также у нас с вами сегодня на обзоре еще оливки. У меня на них еще обзор не было. Посмотрим. Кстати, довольно легко открываются. Опа. Опа. Еще. Такие они зелененькие. Ну да, тут что-то прямо жидкости, мне кажется, побольше, чем самих оливок. Ну, смотрите, они, в принципе, такие нормальные. Ну, да, как-то что-то их прям совсем мало, смотрите. Больше жидкости. Не знаю, сколько должно быть оливок-то здесь, по сути. Сколько? Объем 34, так, масса оливок 90 грамм. Надо посмотреть у других, сколько. Что-то, мне кажется, прям совсем мало. Так, сейчас мы с вами взвесим. Эти оливки несчастные. Ставим нашу чашечку, нажимаем на кнопку тары и перекладываем. Есть 90 грамм. Даже тут оливок у нас 125 грамм. Представляете?
самих оливок. Даже больше. Это радует. Оливки бесподобные. Мне очень, кстати, нравится. Именно вот красная цена. Но, в принципе, они по вкусу особо не отличаются от каких-то более дорогих марок. Ну, блин, она просто бесподобно вкусная. Мне всегда нравилась, и я всегда брала. Прям обалденно. Даже, мне кажется, вот этот вот бульончик, он с каким-то со вкусом лимона, что ли. Все, наконец-то. Так, очень вкусно, мне очень понравился. Так, давайте теперь с вами маслины сейчас взвесим. Посмотрим, сколько у нас маслинок. Так, тара. Так, 96 грамм. Здесь у нас 96 грамм. Хотя, честно говоря, вот здесь вот особо ничего не написано. Здесь, кстати, состав написан. Вот, кстати, можете почитать состав. А, нет, 90 грамм. Да, вот, точно. 96. Ну да, даже на 6 грамм побольше. Так, убираем. И давайте будем пробовать наши теперь уже маслины. Смотрите, кстати, какие они огромные. Но они гораздо больше, чем оливка. Посмотрите. Ой, текет по руке. Так, у нас маслина. Просто маслины без косточек. И давайте же ее попробуем. Маслина очень вкусная, очень ароматная. Такая прям, чувствуется прям настоящая такая вот маслина. Вот как бывают дорогие, кто пробовал. Вот похоже, очень по вкусу похоже. Но я не думаю, что там должно что-то еще добавить такое. Она очень вкусная и, конечно, тянется. Вот эти, в принципе, оливки и маслины. Хочется как семечки. Еще одну. Прям обалденно. Уксус вообще не чувствуется. Прям очень вкусная. Я знаю, читала где-то отзывы, то, что кому-то такая не понравилась оливка. Именно вот красная цена. Ну, все мы разные. Может, кому-то не понравилось. Мне очень нравится. Я всегда беру вот именно вот такие. Смысл переплачивать. Я не люблю переплачивать, например, за еду. Если можно также купить подешевле, в принципе, они выглядят нормально. Ну, оливка, правда, вот тут вот, да, две штучки немножко. Но их можно убрать, а так в целом они довольно симпатичные. Маслинки, посмотрите, какие красивые. Как таракашки маленькие. Крупные очень. Здесь вот тоже вот они хорошие. На сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, путешествия, как мы с сыночком живем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Также смотрите другие обзоры на продукты по отдельности. Если вам интересно по отдельности, пишите по отдельности. Если вместе, пишите в комментариях вместе. Тогда будем вместе все делать. Также смотрите обзоры с фикс-прайса на продукты, Светофора, Победы. Обзоры на технику, живопись и много-много всего интересного. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки. Для вас старалась. Обязательно пишите комментарии. И всем пока-пока.